это не органика. Не органика тогда. Это сторону, вот просто в рассвете, помнишь? Есть у нас на 4 этаже, вот точно на эту сторону я еще помню катался. 333 лаба. 333 лаба. А может это вещество, как он не залил. А, да. Не воняет. Я думаю, нет, но потому что за полчаса здесь вряд ли все уляжется. Ты реакцию сероводородом провел. Я говорил, что нам нужен ремонт. Ты думаешь, таким образом мы сделаем ремонт в универе? Ну смотри, темный оттенок мы уже дали. Это дизайн такой хай-так. Знаешь, я только сегодня подумала, никогда не было пожара на этом. Хорошо, что мы не на паре были. Хорошо, что мы на физру успели сходить, вот что хорошо. Рука-лицо. А вы на другом корпусе так, блин, английский. Папа, это нормальная ситуация. Блин, мне знаешь, что я думал? Уже половина. Это Бугарёк идёт на троих. Учусь на третьем курсе. Светлана, расскажите, пожалуйста, вот что здесь сегодня произошло? Спускаюсь я вниз, смотрю, очень много народу, непонятно откуда все. Мы вышли и увидели то, что очень много дыма. Вошли вокруг здания и увидели то, что пожар, горит химическая лаборатория, кафедра неорганики. Вот, все сразу начали снимать, все достали телефоны. А проводилась эвакуация учителей, там, учеников? Честно, я не видела этого, как бы все выбежали, но именно как таковой эвакуации и сигнал я вообще не слышала, что пожар был. Понятно. Спасибо. Что, вот выпили, что-то прикольно, да? Кошмар. Я не знаю, ну, честно, походу дело не пускать, потому что это, я не видела, что это. Здорово. Информация к нам на службу номер 1 поступила в 15.01 о том, что по адресу 1 Миусская улица 23 в пятиэтажном здании на третьем этаже видны кусковые клубы дыма. Естественно, незамедлительно, когда прибыли наши пожарно-спасательные подразделения, было открытое горение. В ходе разведки было установлено, что выгорание происходит в помещении лаборатории. Общая площадь около 40 квадратных метров. Соответственно, в процессе было эвакуировано 47 человек. Спасен один человек и два человека. Обратились за помощью медработников, которые здесь находились. Значит, в настоящее время, как я уже сказал, пожар ликвидирован в 16.07. Наше подразделение пока находится здесь на месте, для того, чтобы еще раз проверить, что нигде больше никаких выгораний нет. Единственное, что здесь затруднено проезд
машин, с учетом того, что достаточно много спецтехники здесь находится, и в течение часа, по всей вероятности, проехать здесь будет сложно, поэтому водители должны выбирать пути проезда. Значит, в общей сложности здесь было задействовано у нас 36 единиц техники, принимало участие в крушении 137 наших спасибо.
там работает машины заняли только два ряда, еще в двух припарковались любопытные.